для зелено-белой команды. 7500 болельщиков по официальным. Тот поединок сегодня наверняка такой посещаемости о Кубарде. Главный тренер гомельчан Алексей Меркулов. Да, вот теперь потеря борисовской команды. Иванич. Нужна ему поддержка, ожидает он партнеров. Дает налево. Удар Игоря Стасевича. Не получается. Мукам. Отличный пас. Стасевич. Удар по воротам. Мимо. Здорово разыграли мяч. Но шансы еще есть. Я думаю, что все еще впереди. И вся борьба еще может сложиться в нашу пользу. Удар Шаповала. Ну вот и первая подобная попытка. Стасевич уже смещается в центр перед штрафной площадью. Неприятный удар для Олега Ковалева. Попытался здесь навязать борьбу еще и Эрвейн Мукам. Но справил. Покинул мяч в пределы поля. И возвращать его будет. Так что, я думаю, сегодня проигрывать никак нельзя борисовчанам. Подача в штрафную площадь. Адресатом здесь был Сергей Шаповал. Отлично. Обороняться гомельчанам. Пас вперед на Иванича. Здорово тут пробрасывает себе мяч на ход. Пас на Игоря Стасевича. Слету неудобно было. Еще один момент у борисовской команды. Рикошет и мяч ходит. Батищев. Есть возможность пробить. Не решился Александр на удар. Волков. Щербицкий. Непростой. Непростой был мяч для него. Зарабатывает налево. Дмитрий Терещенко. Снова известная нам дуэль с Рейном Мукамом. Удар поворотом. Получился все-таки у Романа Волкова. Ну и один из редких случаев, когда в игру вступает Денис Щербицкий. Пас на Драгуна. Отличная позиция для завершения. Удары мимо ворот. Наверное, не получилось должным образом. Активно борется за мяч Мирка Иванич. Возвращает своей команде. Еще одна контратака. Опасная. Мукам. Выцеливал в дальний угол. Пятый капитан команды Юденков. Восьмой Капор. Девятый Батищев. Десятый Дау. В общем-то, это и есть причина того, что не удалось активным гостям забить. Удар Бадрия Кубарди. Проходит мимо ворот. Еще. Хорошая атака может получиться у гомельчан. Пас на Антона Шрамченко. Смещается тут ближе к центру штрафной. Подача в штрафную площадь. Сбрасывал мяч Лосина Дао на Шаповала. В центре поля оказывается. Дает на Илована Капора. Тот пробил и вышел команды. Вот ничем не завершилось владение мячом Бате. Ошибка, ошибка Дениса Щербицкого. Нет, это никакая не ошибка. Это фол со стороны Романа Волкова. Неплохие 63 минуты получились у Эрвейна. Мы видели его игру, мы видели и отправился на ту же позицию Максим. И тут же получает передачу и удар по воротам. Ну, так активно входит в игру. Кого не получилось. Сигневич уже в штрафной площади прострел. Опасный момент. Удар Баги выше ворот. Прошу прощения, Баги, это удар... подача в штрафную. Ну, даже это, наверное, сложно назвать подачей в штрафную. Это, наверное, даже был удар. Но бдителен был Андрей Ковалев. Вывел мяч. Удар поворотом в штангу. Мяч попадает. Это Мирка Иванич. Решил вспомнить свое бомбардирское прошлое в играх с 11-5 в пользу Бате. Много-много сегодня. В эти минуты очень активно действует Иварец.
старается прессинговать. Иногда получается очень даже удачно. А Кубардия теряет мяч. Стасевич, подача в штрафную площадь и замыкает эту передачу. Партнер 1-0 все-таки. Очередная голевая передача от Игоря Стасевича. И все поздравляют кого? По-моему, Максим Скавыш. Сработала замена Алексея Баги. Выдал капитан борисовской команды Игорь Стасевич. Очень красивый гол. Уже 12-я результативная передача для Игоря Стасевича. Ну вот, что мы с вами и говорили. Есть свободное пространство перед ним. Помогает Терещенко. Пас в штрафную площадь. Шрамченко. Ну и что? Нет, углового не будет.